Союз старшеклассников «Статус» каждый месяц проводит занятия в рамках традиционного проекта «Школа-лидер». В начале учебного года ребята разработали свой план встреч, утвердили темы и даты. А сейчас активно принимают участие в дискуссиях, тренируют различные навыки. Вот она, четкая ответственность за результат, когда ты делаешь что-то не так, но зато лидер, конечно, он лучше коммуницирует со всей командой, и все, если даже явно не говорят, они подспудно понимают. Это вот тот человек, который нас всегда собирает. Антон Ульянов давал ребятам нестандартные задания. Так все участвовали в дебатах на тему, почему выгодно или невыгодно быть лидером. Провели самоанализ своих достижений и распланировали цели на будущее. Несмотря на то, что сегодняшняя встреча была организована для подрастающего поколения, мы, взрослые, тоже приняли участие. Она была очень интересной, по крайней мере, мы узнали еще раз для себя, каково это быть лидером, что лидер – это очень ответственная должность. И поучаствовали в спорах, разговорах. Обсуждая тему лидерства, молодежь отметила, у этого типа личности такие качества, как инициативность и ответственность, вдохновение и мотивация. В свою очередь Антон Ульянов рассказал старшеклассникам, как с помощью нестандартного мышления и умения коммуницировать можно получить должность мечты. И самое, что мне запомнилось, это именно про навыки будущего. Это вот компетенция 4К – кооперативность, коммуникативность, критическое мышление и креативность. Я смогла задуматься о своей будущей мечте, потому что у меня ее еще нету. 30 ноября пройдет занятие по теме «Бизнес как профессия». Информацию о предстоящей встрече опубликуют в группе Союза старшеклассников «Статус» в социальной сети ВКонтакте. Ульяна Скородумова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.